Всем большой привет, меня зовут Диана, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет такой летний настрой, потому что все вещи, которые пришли у меня с сайта Shein, они будут такого летнего именно характера. Я надеюсь, что вам будет приятно провести со мной время, поэтому давайте с вами начинать. Первое, с чего мне хочется начать этот влог, это, конечно же, потрясающая блузка, в которую я влюбилась просто как только ее открыла. Нежнейшая ткань, очень приятная к телу, структурная, красивая и невероятного оттенка. Такой сложный беж с оттенком пыльной розы, но при этом который действительно будет всем к лицу. Хочется отметить, что несмотря на невесомость этой ткани, она достаточно плотная и держит вот эту красивую форму, которая мне нравится за счет складок. Она будто летящая. Очень мне нравится в совокупности с этими белыми бермудами и с джинсы. Это тоже премиальная коллекция Shein. И это действительно потрясающая джинса, потому что она плотная. Все вы знаете, насколько тяжело именно белую джинсу привнести в свой гардероб, когда видны любые складки, любые карманы. Эта джинса не просвечивает. И очень мне нравится ее достаточно высокая посадка. При этом сами бермуды я ношу с небольшим припуском, то есть не прям в натяг, и поэтому получается такая безумно красивая форма. И что для меня важно, они чуть-чуть выше колена, что делает фигуру более симпатичной, особенно вы используете каблуки, как в этом случае. Естественно, шорты, которые были бы чуть ниже колена, они уже значительно влияют на визуальную составляющую фигуры и кажется она более приземистой. Я, в общем, не люблю такую форму, а эти сели идеально. И обе эти вещи я вам могу точно рекомендовать. Они действительно и стоят своих денег, и выглядят шикарно, и будут актуальны вообще абсолютно в любые времена. Это для меня самое важное, практичный и функциональный гардероб. И, кстати говоря, сама блуза, она не очень сильно просвечивает, поэтому ее вполне можно носить без белья, такой пикантный достаточно момент, который мне тоже очень нравится в ней. И следующее, что я вам хочу показать, это тоже будет потрясающее платье из поплинового хлопка. То есть это такой жесткий достаточно хлопок, который будет структурно держать форму. И что важно отметить, это достаточно легкое, простое, гармоничное платье, которое вы можете носить абсолютно по-разному. Я на этот раз оставила более маленькую часть на, скажем, переднюю часть, и у меня получился такой красивый хвост, который очень классно смотрится именно с контрастными лодочками или с более грубой обувью. Но вы можете его перевернуть, это платье, и тогда оно будет по низу абсолютно одинаковым быть по длине. Мне очень понравились лямки, они не давящие, очень из эластичного материала, и сама форма платья, конечно, универсальная и подойдет абсолютно всем типам фигуры, и при этом не несмотря на эту простоту, лаконичность и цену, что очень важно, достаточно низкую, она остается актуальным и женственным. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что вообще эта посылка была просто чудесна с сайта Shein, и все вещи, которые я сегодня вам буду показывать, я определенно точно буду хвалить, практически все. Как и вот этот вот тандем из высоких шорт, мне очень нравится такая посадка, в принципе, она всегда делает ноги более стройными, талию более узкой, и очень понравился именно такой под имитацию кожаного ремешок, тонкий, закрученный, который, кстати говоря, сейчас есть во всех люксовых брендах, его используют, и вы его можете вытащить и носить абсолютно совсем. И, естественно, это шелковый топ, который я прямо всеми руками и ногами буду вам рекомендовать, потому что такого типа топ, во-первых, всегда актуален будет в гардеробе даже базового плана, но, во-вторых, качество этих вещей, оно действительно превзошло все ожидания. Я могу сказать, что, например, топы из Massimo Dutti у меня были более худшего качества, чем вот этот вот. Такой я уже выбирала и в белом молочном оттенке, они сшиты немного по-разному, но самое главное, что это действительно классная вещь, которая стоит относительно недорого самого шелка. И мне нравится миксовать его таким образом, чтобы у нас был всегда белый верх и черный низ. Это смотрится очень живо, и
скажем, не по школьной формуле. И самое главное, что качество этих вещей действительно на высоте. Обе вещи из премиум коллекции, и это чувствуется. Сейчас такой пошив невозможно даже встретить в масс-маркете. Не совсем привычный для меня выбор в такое классное платье. Классное по всем категориям, потому что мне импонирует и длина, и его безупречный цвет, и, естественно, состав. Это 100% хлопок, который держит форму. И более того, несмотря на то, что само по себе платье такое пышное, классное, с рукавами-пуфами, здесь добавлены такие подплечники, которые делают форму еще более объемной. И мне это, безусловно, очень нравится. И вообще эти правила, расставленные акценты, стяжка в виде резинки на груди и талии, которая, собственно, подчеркивает хрупкость, широкая, огромная юбка и вот эти вот рукава, это очень классно. И на самом деле это настолько уже в нашей жизни повседневное платье, которое действительно не только на бал, а в принципе можно его использовать и с классными белыми кедами, и с более грубыми классными кожаными сандалиями, которые сейчас очень актуальны, и оно даже может перетечь в осенний гардероб, если мы говорим о ранней осени. В любом случае, мне кажется, что причин гулять в таком платье сейчас у современной девушки будет предостаточно, и я действительно его рекомендую, потому что сшито оно очень-очень здорово, при том, что это не премиум линейка, а самое обычное, и цена его не заоблачная. Впервые я решила попробовать посмотреть обувь, как она будет выполнена. Причем обувь, которую я выбрала, это, естественно, актуальный на нынешний сезон вьетнамки на небольшом каблуке. Но сразу оговорюсь, что кожа это искусственная, и несмотря на премиум коллекцию, все-таки я считаю, что она до самого премиума не дотягивает. Но помимо босоножек, которые я бы вам все-таки не рекомендовала, хочу показать еще один комплект, который вызывает у меня некоторые сомнения, такие спорные моменты. Это комплект, который якобы был сделан для йоги. И если учитывать именно этот фактор, то все комплекты для таких занятий, они обычно выполнены из более мягких материалов. Но этот более эластичный и характерен для такого фитнеса, для спорта, более активного, скажем. Для йоги я бы его не рекомендовала брать. Выбрала я его за счет этого потрясающего оттенка зеленого с серым. Он, кстати говоря, на камере передается более темноватым, но в жизни он еще более интересный. Но я ошиблась с верхом, как мне кажется, потому что я взяла себе размер S вверх и низ XS. И если низ сел идеально, кстати, тут просто потрясающе скроены именно леггинсы, то верх, на мой взгляд, немного грубоват за счет достаточно толстых швов, вставок, чашечек и очень плотной, тугой резинки. Но я думаю, что размер XS сел бы на мне намного лучше, но это уже решать вам, насколько вам нужен такой комплект или нет. Но мне безумно понравился оттенок, я готова ему за счет оттенка все простить. И последнее на сегодня, что я хотела бы вам показать и очень-очень сильно похвалить, это топ с подплечниками, который был максимально актуален в прошлом году, в этом году он уже пошел на спад, но тем не менее я вам всегда говорила о том, что я не очень зависима от трендов, и мне нравится сам фасон таких топов с акцентом на более узкой талии, и нравится эстетика, поэтому я не побоялась, взяла этот топ сейчас, и это тоже премиальная коллекция, и она очень-очень классная, потому что это хлопок с добавлением шелка. И как раз в некоторых ракурсах на видео можно увидеть, насколько переливается этот шелк и насколько благородной сразу кажется ткань. То есть это намного интереснее структура, нежели обычный хлопок. Поэтому я точно могу с уверенностью сказать, что я буду с большой любовью носить этот топ и буду его использовать довольно часто, особенно в летних вариациях, когда нам не нужно добавлять второй слой. Ну и сегодня на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск, что вы нашли что-то интересное для себя или отметили какие-то вещи. В любом случае, я с вами прощаюсь ненадолго и совсем скоро мы с вами увидимся.
Всех целую, обнимаю. Ваша Диана. Пока.